Они не боятся рисковать и готовы проявлять инициативу. Благодаря труду этих людей появляются новые идеи, развивается экономика страны. И даже сегодня, в день своего профессионального праздника, они собрались вместе для того, чтобы ощутить значимость и важность проделанной работы. 25 апреля в Азербайджане ежегодно отмечается День предпринимателя. Ну а как нам всем известно, любой большой бизнес начинается с малого. Субъекты микро, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане, так же, как и в большинстве экономик мира, составляют основную часть бизнес-сегмента. Около 99% субъектов предпринимательства в стране относятся именно к малому и среднему бизнесу. Агентство развития малого и среднего бизнеса «Кобиа» в профессиональный праздник предпринимателей организовало ярмарку. Вы знаете, в Азербайджане более 1 миллиона субъектов предпринимательства зарегистрировано. Из них больше 95% – это субъекты микро, малого и среднего бизнеса. Целью ярмарки является приведение в одну сферу как производителей своих товаров, так и потребителей. Кроме этого, тут будут представлены представители крупных торговых сетей и крупных компаний, и поэтому здесь возможно B2B, проведение B2B встреч. На ярмарке представлены товары и услуги более 100 предпринимателей, отнесенных к категории малого и среднего бизнеса. Выставка продажи продлится до 26 апреля. На этой ярмарке мы представляем скульптуры, созданные нашей компанией. Они не просто украшают интерьер, но в них можно посадить и цветы. Мы очень рады, что развитию малого бизнеса у нас в стране уделяется такое серьезное внимание. Предпринимательство включает не только продажу товаров и услуг, создание новых рабочих мест, использование стартапов, финансирование и решение социальных проблем также непосредственно относятся к бизнес-индустрии. Представляющая свой стенд на ярмарке Егиана Мирзоева занимается социальным предпринимательством. К рабочему процессу по созданию мыла, шитью скатерти и постельного белья сообщество, созданное ею, привлекает нуждающихся в работе женщин. У нас есть общество, которое помогает детям-сиротам, их вдовам и студенткам. Мы занимаемся социальным предпринимательством, зарабатываем оттуда деньги, ходят на наши проекты и детям-сиротам. В ходе двухдневной ярмарки планируется проведение мастер-классов по прикладным видам искусства. Гостей ярмарки ждут культурно-развлекательные мероприятия. Ярмарка действует с 10 утра до половины 9 вечера. Альбина Абдрахманова, Джавид Гадиров, CBC.